Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать о пользе украинского сала. Итак, вуаля, вот оно. Маленький шматочек сала. Ой, как оно пахнет, как оно играет. Настоящая амброзия. Сало особенно полезно с чесноком и перцем, и с черным хлебом грубого, из муки грубого помола. Попробуем. Вот кладем кусочек сала и вкушаем. Красота. Чесночок. Ну, сало соленое, можно не солить. Чеснок. Ой, настоящий праздник жизни. Калорийность 100 грамм сала примерно 800 килокалорий. И это очень хорошо. Даже маленький кусочек натурального сала дает чувство сытости на долгое время. Что особенно хорошо, если вы решили похудеть. Сало, благодаря высокой калорийности, дает энергию для работы также. Свиное сало содержит витамины А, Д, Е, каротин и арахидиновую кислоту, относящиеся к насыщенным жирным кислотам, которая нужна для нормального функционирования мозга, печени и надпочечников. Арахидиновая кислота положительно влияет на гормональный фон организма, мембраны кисток и холестериновый обмен. То, что в сале есть холестерин, это тоже плюс, так как организм в нем нуждается, ведь он входит в состав наших мышц и межклеточных мембран. Кстати, холестерина в сале меньше, чем в натуральном сливочном масле, которое при покупке может оказаться маргарином или каким-нибудь суррогатом на пальмовом масле. Сало, в отличие от мышечных волокон и костей, не накапливает в себе радионуклиды. И даже, как доказали канадские токсикологи из Высшей медицинской школы Торонто, способствует выведению ядовитых веществ из организма человека. Настоящее сало, именно вкусное сало, от которого вы получите удовольствие и пользу для здоровья, купить можно только в Украине. Украинцы знают толк, как его готовить, и готовят его с любовью. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой видеоканал. До побачення!